Привет, привет, мои дорогие. Блин, и тот телефон разряжается, и этот телефон разряжается. Целое утро что-то отвечаю, пишу. Еще видео записал, думаю, надо хоть поесть, сейчас на работу. Убегаю вот немножко тут, да? А у меня, знаете что? А у меня чаек. Чаек. Яичница с картошкой. Вообще, как бы, да, яичница с картошкой, это типа называется фриттата, но картошки немного, я вчера ее жарила, поэтому... Лаваш. И главное, с сальцом. Пока тут телефон заряжается, думаю, надо хоть на этот снять, а то ничего не успеваю. Уж смонтирую вечером. Раз такие страсти. Не, сначала желток. Для чего? Мне нужен лаваш-то. Время уже обеднее. Обеденное. Но я сегодня точно ничего не успеваю. Ну, пережарила немножко. Точно. $13 миллионов бонусов. Перейдите. И вам дадут, знаете, что? Сбербанк посылает скидку, чтобы заказать что-нибудь на 5000. В каком-нибудь Яндекс.Маркете. Так вкусно. Боюсь, как бы телефон не разрядился. Я посмотрю, как на этом телефоне звук может, и тут буду записывать, и там буду записывать. У нас также холодно. Ну вот. Никак я шубу на работу не одену. Не хочу. И знаете что? У меня в холодильнике, в морозилке, прям есть малюсенькие пельмешки, но их немного. И думаю провести эксперимент. Я видела как-то на ютубе, но я это ела в далеком детстве. Пельменный суп. Как-то помню.
не дома, ну не буду я рассказывать, где, чего, как, зачем. Ну ела. Мясо есть. Мы же едим суп с клёцками. Но сегодня я уже не успею сварить. У нас тут кое-какие дела. Вкусно. С сальцом. Не помню, сказала или как. Поэтому завтра. Я изготовить сегодня ничего не успела. Но у меня есть пельмени. Не маленькие, а нормальные. Ну что, рассиживаться некуда. Надо бежать. Одеваться. И на работу. Здрасте, приплыли. Но завтра мы увидимся снова. Завтра мы увидимся снова. И, ну, насчет этих, там видео кто-то, чего-то. Вы же не смотрите видео, где мы с Викой, где мы с семьей. Ну, что я могу говорить, а? Так, не так, то не эдак. Мы смотрим, многим интересно, где чавкают, чтобы обосрать. Так что смотрите больше, смотрите лучше. А я пошла монтировать для вас новое видео. И одеваться, обуваться. И на работу. Пока-пока, чмоки-чмоки. Всех обняла, ваша Наташа.